Всем привет! Тем временем мы продолжаем свои приключения нашего шара, и он находится где-то в какой-то подземной пещере. Давайте смотреть, что здесь за ловушки, за монстры, и разбираться, в общем, с этой трудностью. Ух ты! Неплохо. А ну-ка, вернись-ка. Все хорошо, спокойно. Опять куча этих колючек непонятных, но я их преодолею. Оп. Ага. Огненные шары. Ух, на самый краешек надо прыгнуть. У нас все-таки вышло. Это что такое? Ты кто? Ах, ты мистер Шип. И где он делся? Это он на меня будет нападать или не будет, мне вот интересно. Ну хорошо, допустим, он куда-то упал там себе в пропасть, и мы пойдем по его стопам. Ну, не в пропасть будем падать, а пойдем продолжать уровень проходить. Ух ты, вот этот шип вообще, конечно, был не вовремя. А, вот он куда упал, ну, как и предполагалось. Такс. Конечно, я не собираю прям все монеты, потому что пришлось бы перепроходить уровень очень много раз. Ведь в этой части игры почему-то что-то с прыжком. Он то очень сильно прыгает, то непонятно куда вообще. Да чего? Да что за гранаты? Кто мне? Ладно, там крот на меня скидывал свои камни, но гранаты если мне кидать, это вообще как-то нечестно немножко. Так. Кто это у нас тут такой? Я сейчас на тебя посмотрю. Ой, ты чё, бабуин, делаешь, а гранаты свои кидаешь? Ты чё за монстр? Я сейчас вообще с тобой разберусь, не будет у тебя больше гранат. На тебе по голове. Так, мне вот было интересно вот здесь это пройти. Так, такое ощущение, что мы туда вроде бы можем запрыгнуть, но пока непонятно. Так. Хорошо. Ух ты. Прикольно, по самим камням тут решили пройтись. Даже навряд ли там есть проход. Ну, спустимся тогда вниз. Какие тут рыбы-скелетоны прямо в камне. Это, наверное, древние какие-то, которые тут очень давно вообще лежат. Так, ну ладно, читерить не будем, а то с этими супер-прыжками можно просто пойти в обход. А вот этот вот кусок бревна нам закроет выстрелы с этой пушки. Мы спокойно-таки сможем пролезть. Что? Не понял. Это что за... Что это такое? Интересный уровень. У этого уровня нет конца, или мы что-то неправильно сделали? Кроме того, что попались на шипы. Так, ну тут вроде спокойно. Да что ты своими гранатами кидаешь? Подожди. Стоп, мы добрались до выхода. Злодей кинул. Интересно. А почему эти штуки не едут? Только этот чудик меня успевает покидать гранаты. Так, ну тут более-менее все спокойно. Все, наконец-таки все заработало должным образом. И сейчас мы туда допрыгнем. Так, монетки, конечно, это хорошо. Но их собирать вообще никакого удовольствия нет. Правда, за них мы сможем нового персонажа открыть. Вот, уровень был засчитан. Отлично, ух ты. Так, что это за ловушка в виде куска камня, бревна и шипы? Какая-то она точно что-то доисторическая. Кого вы ее вообще
Тихо, пошутила. Кого вы не напугать собираетесь? Ее пройти тут. Нет. Выглядело проще, чем на самом деле. Так, ладно. Пожертвуем этим сердечком, но зато придем в эту сторону. А вот здесь, конечно, меня поджидает какое-то чудище, которого, ну, я никак не мог подумать, что он тут может появиться. Ладно. Пойдем-ка мы вот сюда. Ух ты. Так. Интересно. Так, ну, я от этого чудика убегу. Ты чё меня так догоняешь быстро? Видели, насколько он резкий вообще? Ещё один. Да я ведь прыгнул вроде бы вовремя. Вот. Прощай. Хорошо, теперь остался вот этот вот. Все отлично, хотя бы он туда улетел, и теперь меня трогать там не будет. Угу. Прикольно. А что это он возвращается обратно? Как такое может быть? Эй, ну уже, давай, еще одна попытка. Ой. Хорошо. Тройной удар? Серьезно, прямо на этом месте? Ну, это какие-то интересные прикольчики. Так, ну хорошо, что мы там избежали. А, так они не по одной штуке. Как тебе совладать монстрами, которые я на тебя посильней? Да, монетки собираются именно на уровне, то есть не каждый уровень добавляет какое-то количество монет, а поэтому вообще можем не ждать. Зачем он нам нужен? Просто возьмем, да и пройдем дальше. Так, опять эти выпускающие пушки огни. Скорее, это вообще какие-то подожженные ядра, возможно. Что? По три сразу? Тебе не сильно много-то, а? Испытание для такого шарика. Ого, ничего себе, они там бесконечно выпадают. Не, ну к такому я точно готов не был. Классно прокатились на горячей пушке, замечательно. Будет это забавно. Ну, на волоске мы были, вовремя успели прыгнуть, пока он там не появился, а то бы он мне точно помешал. Так, вроде бы можно и вверх, можно вроде бы и вниз. Или нельзя? Ну, так как он оттуда не хочет прыгать, навряд ли туда можно двигаться, а вот здесь уровень у нас и закончился. Ууу, смотри, как это выглядит. Динозавр костяной прямо на съезд, мы у него появились словно в пасти. Да что ты? Откуда ты свои бомбы кидаешь? Ты чудище болотное, зеленое. Ну как же может быть? Ты видел вообще это? Он мне кинул бомбу, которая отскочила, а я на ней взорвался. Это какой-то самый эпичный момент вообще. Экс. Что у нас тут? Это мамонт. Ой! Где-то должен быть рядом и папонт, скорее всего. Мы это тоже можем лицезреть, увидеть и посмотреть на этого костяного чудика. Его силуэт просто может запугивать всех вокруг. Так. Есть. Вот и все. Ну что ж, еще одна
часть у нас готова. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставь палец вверх и подписывайся. Не пропусти ничего нового. Мы снова начинаем выпускать ролики каждый день.